выразить вам благодарность. Молодцы, ребят, постарались. Кому-то чуть больше повезло, кому-то чуть меньше повезло. Но самое главное, что вы получили заряд, положительный заряд, отрицательный заряд. И с новыми силами послезавтра вперед в школу. И еще, конечно, хочется отдельно благодарность уважаемым родителям. Это ж надо с 7 утра до 7 вечера 12 часов провести на рабочем месте, не получив ничего за это за вредность. Хочется вам сказать огромную благодарность и за моральную, и материальную помощь. Естественно, без вашего участия не было в ни этих турниров и не было в этих великолепных матчах. Огромное вам спасибо. Ребята, аплодируйте. Ну и как всегда, приступаем к процедуре награждения. Традиционно начинаем с игроков, которые лучшие в своих командах. Ну, это решение было и тренера, и коэффициентов. Это не значит, что он такой супер прямо на тебя взлетел. Просто чуть-чуть, может быть, ему повезло лучше, он, может быть, чуть-чуть сегодня был лучше. А завтра будете вы лучше. Поэтому начинаем. Лучший игрок команды «Строитель» 2013 «Белые» Минеев Николай. Фотографируйте с вами. Я тоже пьяный. Золотой кубок, второе место «Строитель» 2013 года «Белые». Бабушки только не держи, а то они спал.